Короче, не можу тупо спати, бо чайка возвращає свою золу. Можно спать, я, блин, ненавижу жить, блин, не можно вообще ничего делать. Монтировал вчера целую ночь до 5 ранку, и все выбило проект, короче, выбила розетка тупо, и не сохранила ни черта, бо электричество тут перебой. Ой, носачка, гад. Йоу! Я на диване ж стою, специально вылез на диван. Я решил отдать тем, Машка буде все так гарно сказати, як я тільки що сказав. Ну, вчися. Це запис зверху. Все, іде. Чи ти ще там нажала одну кнопку? Я не знаю, не розумію. Це нові технології. Привіт, народ. Я тільки що з піцерії, дуже вкусно поїла, тому я дуже добре, і я вирішив провести для вас конкурс. Все, кто подписан на моем канале в Ютубе, сейчас принимают участие в конкурсе. Вы сами об этом не знаете. Почему? Потому что я нигде не репостил и не объявлял. Я только что сам придумал себе конкурс, и сейчас прям рандомно найду победителя и объявлю его имя вот сюда, вот через 15 минут. Я придумал этот конкурс только что. Никто о нем не знает, поэтому участвуют только те люди, которые подписаны сейчас на меня. Не хотел никуда скидывать этот конкурс, ну, ВКонтакте, еще куда-нибудь, потому что все начнут репостить, рекламировать меня. Этого я не хочу, это мне не нужно. Я делаю только для тех, кто подписан, кто любит мои видео. И есть только одно условие. Он должен смотреть мои видео. Если ты сейчас не смотришь это видео, значит, ты проиграл. Хотя и выиграл. Да? Условие только одно. Тот, кто сейчас победит, рандомно, он должен смотреть это видео. Если он не смотрит это видео, он не знает о существовании конкурса, не знает о том, что он победил, естественно. И у него есть 3 дня, чтобы написать мне в Ютубе в личку или где-нибудь оставить комментарий и сказать, давай мне приз. Потому что приз есть... Приза есть 2. Звезда BSD на 25 зубов, очень крутая, алюминиевая, широкая, там модная, такая стритовая, все дела. Она стоит там 1000... выше гривен, это очень крутая звезда, и она еще в хорошем состоянии, на ней можно откатать как минимум сезон. А второй приз — это втулка Новатек на промах, звезда на 12 зубов, 10 ось, но у нее сломаны собачки. Поэтому вы определяете сами себе этот приз. Звезда стоит около 1000 гривен, втулка около 2000, ну если учитывать замену собачек, призы равномерной стоимости. Правильно я кажу? Равномерно? Равноценный, короче. Ух, як жарко стало, я так нервуюсь. На російській мові розмовляю. Чи як бос, то ти там ставай. Такі, короче, носочки з панди. Такс. На чому я закончив? Що є 2 приза. Да, є 2 приза. Якщо победитель мені не напишет в личку на ютубі, це значить, що він не смотрит мої відео, поэтому ми будемо искати другого победителя. И, ну, это самое главное, единственное условие. Смотреть мои видео. Если он не видит, поэтому... Нет. Вот и все. Такой конкурс от меня. Нормально? Угу. Порядочный конкурс? Порядочно. Порядочно я сделал. Если сделал порядочно, значит порядочно. Хвилинка вашей уваги еще. Ви знаєте, що в Україні немає критих скейт-парків, немає поролонових ям, тільки в Києві, там ужасно просто. Тому їздив в Краснодар, в Барселону тренуватись. І ви знаєте, що ніхто не сприяє розвитку екстремального спорту в Україні. Тим більше фрірайду, навіть дьорту. І так як в світі це дуже розвинутий вид спорту, на цьому бізнесмени мають багато грошей на рекламі, тому що найекстремальніші види спорту, вони найбільше перегляд. Так, по-русски. Так, еще минутку внимания, пожалуйста. Так как вы знаете, что в Украине не развит спорт экстремальный никакой, а тем более фрирайд, даже дёрт, который катают почти все, он не развит. У нас нет парков крытых в Украине вообще. У нас нет нормальной поролоновой ямы, единственное в Киеве. Я туда поехал, прыгнул, не смог сделать, мне не хватает ни времени, ни амплитуды, потому что это какая-то детская поролонка, в общем, неважно. Ничего нет для развития экстремальных видов спорта в Украине. Поэтому все катаются. Я уже 10 лет пытаюсь строить лопаты, сам все строю, снимаю видео. Мне предлагали спонсорство с Канады уже много лет назад.
Но украинская граница не пропустила велосипед, потому что сказали, они сказали спонсоры, что растаможка обойдется намного дороже, чем я здесь куплю велосипед. В общем, никак не сприяя, не знаю, как будет на русском, наша страна и власть развитию этого спорта никак не способствует развитию экстремальных видов спорта в Украине. Так мало того, к чему я веду. У нас были построены 2 трамплина на Еврейке в центре, где каждые выходные собираются люди очень, как вам объяснить, ну не развинутые, я не хочу их обидеть. И они там мусорят, бухают, просто орут, матерятся и вставляют горы мусора. Мы, байкеры, велосипедисты, называйте как хотите, убираем этот мусор, я, по крайней мере, за себя ручаюсь. Я убираю мусор, потому что мне неприятно кататься там, где засрано. Я люблю свой город, и поэтому мы строим трамплины, развиваемся, потому что это весело. Это занимает детей, особенно дети. Очень весело кататься, они любят это. Они просто, как сказать, восхищаются всеми, кто катает. Никуда не хотят идти там бухать, заниматься какой-то фигней, сидеть в интернете, в игры играть постоянно. Это не круто. Они катаются, это круто. И власть никак не способствует катанию, и... Мало того, они сносят еще трамплины. Они снесли нам 2-й трамплин на Еврейке. Я уже делал ранее на канале видео, и вы можете посмотреть, как нам снесли 2-й трамплин, потому что сказали, что могилы были осквернены, лежа в земле в трамплине. То есть мы их взяли с земли, раскопали земли и положили в другую землю, и это осквернение считается. Но то, что сейчас могилы лежат возле земли, уже... на поверхности, и на них сидят постоянно люди и пьют водку. И я видел, как суд, извините меня, мочится на эти могилы, люди. Это нормально, это не осквернение. Така зневага до минулого нашого міста неприпустима, кажуть історики. На могилах. Йоу. Бачу всякі мусора тут. Активісти виставили на дробні плити в ряд, сподіваючись, що рука вандалів на них більше не підніметься. У майбутньому єврейська громада міста планує позначити захоронення і встановити тут пам'ятник убитим. Ірина Михайлович, Дмитро. Пусти, все. Так, Павле, я вас слухаю. Ми знаходимося на Єврейці. По останнім прогнозам, як ми можемо побачити, вандали зруйнували нам другий трамплін, другий дір. Ради чого цей був замисел, ми можемо побачити по телебаченню. Це зробили, дітям зруйнували трамплін, щоб не розвивався велоспорт в Україні. Бухарів, пияк, наркоманів, щоб вони сиділи на цих могилах і розпалювали собі вогнище та... Кололись травою, бухали і розважались. Для того, щоб просто розложити камні, які так були в землі, навіть більше захищені були в землі, ніж зараз, от наружу, тому що тут постійно алкаші бухають і ссуть кожен день. Просто кожен день бухають, устраюють драки, ссуть наркоманів. Ламали нам дьорт, все, що тут ще сказати. Козли. Диви, що наробили. Ставили на могилу, блядь. Це для прогресу, блядь. Вони були в землі і їх поставили зверху землі. Ми самі своїми силами построїли які-небудь трампліни, щоб діти не шлялись по клубам, лагунам, щоб не були деградантами, а круто катались, добивались вершин розумових, моральних та фізичних вершин. Світі, а нам зламали ці трампліни, тепер у нас діти всі будуть там на кострі покатись. Ну йдемо ще подивимося нафіг, що там вони поклали. О, диви, бля, йо, твою мать. О, там лижуть, знімай зумом. Знімай. А йоп твою мать, пану. Може, зараз я буду трахати. Знімай зумом, кажу, блядь. Зумом. Зумом цей. Зумом. Це як лижиться? Та ж лижиться, блядь. Ох, блядь, може цей, зараз буде рукопі. Зруйнували трампліни, на яких діти, а ми могли тренуватись. Ну нічого, ми не йдемо інше місце, як завжди, самі своїми силами лопатами прокопаємо. Держава ніколи нічого не зробить. І ми самі заробимо свої гроші, заробимо нові трампліни, Паша, да? Да. А вони хай, блядь, підуть ще що-небудь, зламають понти. Що-то вони, типу, щось вони зробили. Головне, козли, корисне. Порозкидали камні, не поукладали.
Дальше ніхто їх не буде викапувати. Тобто тут цих камней повністю вся ця гора зарита камнями, але ніхто їх не буде викапувати, бо проще всього було просто викопати з м'якої землі. Типа, а звідси щось ніхто не викапує. Як ви бачите, такі всякі люди ходять, обсикають могили. Що я не поважаю, якби, як це у нас в країні відбувається. Ну, але ми не засмучуємося. А це що не достало? Це що? А що це не достало? Це може якось лоха єврея. Лоха не достало, короче. І зараз я вам покажу ролик, який тільки що посмотрел в нете, и он просто, ну, уже вывел меня, и поэтому я снял это видео. Наши дёрты, которые просто спрятаны от всего этого быдла за городом, на природе, который мы сами возводили много лет, хотят снести, не знаю. Короче, в общем, это заповедник, и за которым никто никогда не смотрел. Там постоянно куча мусора, который мы убираем. Там постоянно привозят шлюх в машинах, мы объезжаем их, постоянно видим это все. Салфеток куча валяется, мусора, там, ну, понятно, что делают. Колятся, режутся за городом. Но мы обустроили это место, сделали его очень красивым. И там сейчас приезжают дети, постоянно восхищаются этим местом. Они счастливы, и они катаются и развиваются. Самое главное, они могут многого добиться этим спортом. Но даже они просто счастливы, этого достаточно. И вот что говорят, мудаки з телевидения об этом. Рослини прямісінько під ногами та колесами любителів екстриму. В общем, я сейчас хочу уточнить рослини під колесами для любителів екстриму. У мене немає фотки, але в моїх друзів є. Той, хто це написав чи говорить зараз, будь ласка, подивіться фотки. Ви бачите ці корчі? Оце місце все було корчах, то есть в таких рослинах колючих, через які важко пройти, і там крім корчів і сміття нічого не було, жодного дерева ми не зрубали. Тепер запитання до вас. Де ви, ваше телебачення і ваші репортажі, коли з Карпат вивозять тонни лісу кожен день? Де ви? Ви що, здіваєтесь? Я просто не понимаю. Это просто смешно, это цирк какой-то. Вы реально издеваетесь, потому что здесь было несколько кустов, а тонны леса просто гибнут, режут и вывозят за границу, продают. Где вы? Где ваше телевидение, ваши камеры? Почему это не снимаете? Это то же самое, что я читал репортаж, как повязали наркомана с коробком там травы или чего, это то же самое. А где эта милиция, когда миллиарды денег воруют просто у людей, наши депутаты, где вы, где, почему никто не защищает? Почему вы просто делаете показуху с ничего? Вы просто конченые мудаки, дебилы, вам должно быть за это стыдно. Мало того, вы мешаете, идете против спорта, это еще ниже, чем вот эта показуха. Ниже упасть просто нельзя, делая такие репортажи. Это очень низко. В одном урочище Бармаківське невідомі облаштували цілий парк трамплінів для велосипедистів, бо шлях до урочища безперешкодний. Насторожі взагалі природно-заповідні об'єкти, вони мають слугувати теленому природи, так? Бути місцем дослідження ходу природних процесів. Тому бажано, щоб вони були в такому... Ну то давай, входжу і народні процеси, що ти не робиш? Чи з тебе там років 10 не було, як ми построїли трампліни, ти вже прибігла зразу? В порушеному стані, звичайно, порушення ґрунтового покриву, місць... Ну так, ґрунтовий покрив, землю зробили ми, коротше, кінець світу буде, ми змінили. Грунтовий покрив. Це порушення режиму охорони. На захист заповідного урочища стали активісти. От тільки звернення до Держекослужби, у компетенції якої є охорона таких об'єктів, результатів не дало, переконують небайдужі. Ми звернулися із запитом до екоінспекції, і нам відповіли, що памтреку тут, судячи із того, що нам надіслали, памтреку не виявлено.
Власне, ми бачимо, що памп-трек є. Про порушення у природоохоронній зоні державні екологи знають. От тільки вдіяти нічого не можуть. Слава тобі, Господи. Ух, нічого вдіяти не можуть. Добре, що вони нічого не можуть діяти. Потратили час не зря. Не зря, час потратили. Замість того, щоб посадити декілька рослин, піти, зробити щось хороше для країни, для планети, вони тільки сваряться, бігають і заважають спортсмени. Ну. Альтернативи, де любителі велоспорту можуть займатися, на Рівненщині майже не існує, пояснюють активісти. Тож і споруджують трампліни для екстриму деінде. Звісно, нема де. Постройте скейт-парк спочатку нам. Хороший крытый скейт-парк построить, а тогда вот можете что-то сносить. Если вы это будете сносить, это непорядочно. Трамплины трогать наши. И только что я искал программу, как найти победителя среди подписчиков на Ютубе и не нашел. Поэтому мы будем использовать свой способ. Мне поможет очаровательная девушка, которая просто сейчас пальцем тыцнет. Скажешь, нужно 10 секунд, чтобы опустить вниз. Давай, короче, я сейчас кручу. Дай 9, 10, 11, 12, 19, 20. Тыкнула пальцем? Да. Открывай мне очи. Так, победитель. Я заберу руку. Добре, Виктор Невмержицкий. Це якийсь чувак з Росії, йому, походу, придеться проводником відправляти. Короче, Виктор Невмержицкий, ты должен мне написать в личку, если хочешь забрать втулку или звезду. Вот я сейчас принесу, покажу в каком состоянии, чтобы ты видел. Короче, вот звезда БСД. 25 зубов, очень легкая, очень прочная, очень широкая, очень дорогая. А есть втулка Новотек, вот такая вот без гаек, но со звездой. Ось целая, ровная, промы целые, корпус целый, все отлично, только собой. Только собачки подуставшие. Вот такая вот. Тише. Вот такая вот. Навугатили Патузовый Хромагеев. Ау, ау! Ставят песню ему. Крым наш. 5130 человек. Когда снова зайдешь ко мне. Очень хочу твой ласковый язычек в моей маме. Король Кунимоса. Общался, может, знаешь, там, по каким-то поступкам, по каким-то, от друзей, от знакомых, может, кто-то, общие знакомые у нас есть, не? Общих знакомых у нас нет. Не, а что ты так негативно отзываешься? Оскорбляешь нас? Мне ничего, как бы, никакой цели, особенно для людей, которые вас смотрят, а в аудитории у вас... Передайте привет ровным парням Сереге Мигдалу и Игорю Медовику. А ты какую цель несешь в игры, играешь для школьников цель? Они веселят народ и отвечают за свои слова. Для меня чисто. Слушай, ну ты начинаешь сейчас просто...